возможности для того, чтобы показать себя самого по-настоящему, да, то есть кто-то может быть, допустим, хихихахаженьки, но он в какой-то момент перестанет это делать для того, чтобы стать топом, а потом уже сможет заниматься хихихахаженьки, допустим, теоретически говоря. Но, на мой взгляд, нет ни одного комментатора, который бы когда-то был, который когда-либо комментировал второй эшелонный, а как только начал комментировать первый эшелонный, стал совсем-совсем плохим. Или там намного хуже, чем он был изначально. Давайте так это назовем. Gossip Girls'ы. Снова берут Джаггернаута. Кстати, Леона, они в предыдущий раз сами банили, в этот раз взяли, что, в принципе, более чем оправдано. Здесь действительно это нужно. Хиксы — это универсальное оружие против персонажей, которые имеют чистый урон и вообще которые наносят много дэмэджа с руки. Это дефолтная тема. А бесплатный хекс, если Леон сможет нафармить себе блинкдаггер где-нибудь, при том, что тут три уже очень грядовых персонажа — это Эвокер, Войт и Джаггернаут, то у Леона будут все возможности, точнее, не будет никаких возможностей, чтобы нафармить себе быстрый блинк, если только не ганки. Ганки зависят напрямую от того, какой пик будет у Gossip Girls последним. То есть, если они возьмут что-то бэбиситерное, и Джаггернаут будет вдвоем там в дабле сидеть, или он будет сам ромить, то, теоретически говоря, под инвокером, под санстрайки и все остальное, у него будет более чем достаточно дэмэджа и контроля, чтобы убивать людей. Но лучше взять какого-то гангающего персонажа вместе с этим Леоном, чтобы вместе с ним уже бегать и веселиться. Потому что Джаггернаут, например, более-менее адекватно стоит против Тайда. Не то чтобы сразу же, не то чтобы без буста какого-то, но все же его можно оставлять. Тем временем, бан от Сларка от Gossip Girls, что более чем адекватно, опять же. Хотя, на самом деле, не так страшно, но мы видим то, что у Gossip Girls нет ни одного ненаправленного скилла именно с точки зрения типа Conte Spirit, да. Эбола шикарен против Сларка по вопросу контроля. Он может дать и Silence, и стан внутрь Dark... какого? Shadow Dance. И ульту, в принципе, тоже свою может туда же дать. Правда, ульта снимается при помощи, соответственно, первого скилла. То же самое касается, в принципе, и стана, и сайленса. Но, как вы понимаете, первый скилл не вечен. На все не хватит. И мало того, когда вы в Shadow Dance уходите, далеко не всегда вы прожимаете Dark Pact. Мало того, далеко не всегда, что он в откате. Но факт остается фактом, что у гусипов из контроля такого рода есть Invoker Deferring Blast, который немножко, да, контролит. И Войд с куполом. Все остальное не работает против него. И Сларк, правда, хороший бан. Мало того, Gossip Girls вообще забанили трех подряд кериков. Это и Свен, это и Спектра, которые достаточно много печали и боли наносят персонажам ГГ. Ну а Шазамы? Шазам убирает Энигму, считая то, что это более чем адекватный вариант. Но опять же, да, вот Энигма, она хороша против милишников. Здесь милишник только Тайд. А в Black Hole забирать, ну, то есть F-Spirit, да, но F-Spirit очень динамичный персонаж, у него очень-очень длинный Rolling Boulder, и это вообще, типа, не тот персонаж, которого ты хочешь в Black Hole забирать. Но, с другой стороны, Enigma хороша как utility персонаж, то есть здесь нет никого, кто быстро собирает меку сейчас у Gossip Girls. И, в принципе, на это небольшая проблема, на мой личный взгляд. Сейчас, если взять какого-то активного саппорта, который сможет вместе с Леоном устраивать грязь на всей карте, и давать дэмэдж под вайда, то есть Skywrath Mage, например, был бы вообще шикарен. Нет, это сейвовый дазл. Ну, то есть под сейва типа не было, поэтому решили, что выйти в дазл было бы неплохо. С одной стороны, согласен. У него очень хороший ренджа креста на максимальном левле, то есть он может не подходить под тайтендеровский рейвич. То есть он может держаться подальше. Минус арморы помогают для Джаггернаута и Вайда, ясное дело, ротовать дамагу. Плюс для фаржей инвокера и, в принципе, самого инвокера. Но Skywrath был бы здесь просто шикарен. Против Морфа он шикарен. На купол Вайда он шикарен. Он шикарен на замедло, он шикарен на дэмэдж. Ну, то есть, я не знаю, на мой взгляд, он был бы лучшим здесь пиком, честно говоря, потому что какого-то глобального сала, то есть есть контроль Леона, это хорошо. Это вообще позитивная штука. Но Skywrath был бы просто, знаете, такой вишенкой на пирожке. Вот что я скажу. Но опять же, кто знает, может быть, у Gossip Girls вообще нет игрока, который бы на Skywrath отыгрывал часто и который имеет опыт международного выступления на таком персонаже. Я напоминаю, что мы смотрим с вами эпицентр американские квалификации, то есть это LAN-финалы, которые будут происходить 9 мая и, по-моему, не помню точно, до какого. Но факт остается фактом, то что разыгрывается очень серьезная сумма денег, 500 тысяч долларов, и все команды, которые участвуют в квалификациях, ясное дело, хотят получать возможность участвовать в борьбе за уже главный приз, но надо для этого постараться, попотеть, и в этом Best of 3 выиграет, конечно же, сильнейший. Вопрос только в том, кто сегодня сильнейший. Пока что Gossip Girls смогли одолеть своих оппонентов в первой карте. Вторая карта,
На пик она очень своеобразна. Морфлинг, кстати, последним пиком вошел. На нем будет играть ИСи. Что вы думаете о Морфлинге, да, вопрос? Вообще он хорош здесь. Он довольно симпатичен, если он сможет выйти в адекватные артефакты до того, как у Gossip Girls начнется очень хорошая игра. Сейчас мы сделали выводы, это самое главное, да, а вывод один и очень простой. Он называется «Можно выйти в лейт». Если мы не можем играть как в предыдущей карте, то есть они поняли, что они не способны реализовывать пик предыдущего формата, то они взяли себе два лейтовых персонажа, это Морфлинг плюс ОД, плюс станы от Тайдхантера, и плюс вас не удивляет вообще то, что в принципе, пусть точнее вас не удивляет то, что в принципе Тайдхантер не так хорош против БКБшек, но и там то же самое у Джиггернаута в его первом скилле, но мы все прекрасно понимаем то, что даже если БКБшки какие-то и будут, что в принципе далеко не факт, то они все равно неэффективны, когда их 5 секунд, а у Тайдхантера есть рефреш. Поэтому он все равно остается актуальным. Как бы он, в принципе, в какой-то момент не приседал по своей актуальности и эффективности в тимфайтах. Винга — это Винга, и вообще пофигу по жизни. У нее есть аура, и она живет шикарно, у нее под свап дает и спейс, и возможность сейва, и все остальное. Что касается Дазла, кстати, я все еще вот очень-очень буду за именно не Дазла, а конкретно Скайрафа, но его подсейв здесь будет делать очень много работы. То есть, опять же, весь тот дэмэдж, который Шазамы могут наносить, да, Дазл дает Крестулю очень-очень далеко. Воу-воу-воу-воу-воу. Тут влетают в братюню Инвокера. Но, опять же, мы сами знаем, что такое Инвокер. Он слишком жесткий. Может много чем ответить. Но это единственный адекватный способ реализовывать спирита. Это ромить. И ромить лучше всего на соло Инвокера. Ну, вообще, в принципе, на соло middle lane или на hard lane. И в случае со спиритом, его ренджа Rolling Boulder это просто тотальная грязь. А с появлением второго левела вы получаете стан. И это достаточно для того, чтобы наносить дэмэдж ТД, который был бы летален для любого персонажа практически здесь. Кстати, Лайн нашел СВГ. Там тем временем у нас от нейтралов умер Тайдхантер, пошел с Динайлсом для того, чтобы выйти быстро в ТПшке. А он, кстати, даже без ТПшки будет выезжать на линию. Посмотрите, какой экономичный Тайдхантер. Ну, Арбузу плохо, конечно. Арбузу плохо против Дазла, Джиггернаута плюс Леон. Это вообще печаль. Но о чем я говорил, что Леон все равно покинет место своего пребывания с линии. Он пойдет куда-то в другое место. Это дефолтный вопрос. Вопрос только в том, что Дазл не гангающий перс. Дазл это бэбиситер в чистом виде. И у Леона получается такая ситуация, в которой он один вынужден все делать. Вместе с каким-то плюсом, да, в виде там инвокера. То есть это не дабла, которая может ромить по КД. Кстати, Винга тоже может присоединиться к спириту. Она, в принципе, с сэлфом смотрится симпатично, потому что его инициации хватает для того, чтобы законтролить любого персонажа, покуда Винга не прибежит и не даст свой стан с его ужаснейшим совершенно рейнджом. Вот дальше-чка. В зоне опасности. Правда, вот, ну, Бладина, я не знаю, со своим импейлом, это как такая тема, то есть F-спайком, но, по сути своей, это импейл. Сомнительная штука. И особенно сомнительно то, что панды-то земляной не видно. Это означает то, что шансы у инвокера залететь здесь не на шутку. Имеется, кстати, это класс вексовый инвокер. Интересное решение от ВВД. Вот он станчик сейчас будет. И нету маны. Просто нету маны. Закончилось за счет аркана. Аркана арба. И фестблад для МСС. Ну что ж, начало позитивное для тех, кто поставил на Шазам, а таких, ясное дело, абсолютно большинство. И можем за вас хотя бы порадоваться, что, возможно, у вас и сердце немножко отлегло. Полегонечку. Правда, Джус начинает снова тут отрываться по лосхитам. Он перефармливает сейчас Морфлинга, причем довольно серьезно. То есть у Морфлинга 19 лосхитов против 24. Для двух кериков это разница большая, и Джиггернаут оставлен полностью в фрифарме после того, как Арбуз ушел просто подфармить подлесок при помощи, опять же, своего обновленного топора в виде талона. И талон, конечно, хорошая штука, но, опять же, да, Арбузу сложно. Арбузу сложно без левла себя адекватно подфармить. То есть второй якорь — это вообще не то, что вам хочется видеть. Но мы видим, что сейчас у него серьезное проседание. Войд тем временем уже 4.5, причем. И он начнет раньше устраивать грязь, чем Тайт, как вы понимаете. Оу-ху-ху, TC. И мало того, оказывается, то, что Войд хороший лейнер. Хотя, опять же, Ова сейчас зайдет.
Ну, они могут тратить на него много маны, но, опять же, такого количества контроля, чтобы убить Вайда, у них нету. Просто физически. Особенно сейчас. Если брать то, что у него Пурман Шилд, который снижает довольно серьезно физический дэмэдж, который в него въезжает, а магического вообще не хватает. Тут есть волна третьего левла и есть, опять же, миссл второго. Что, конечно, вообще мало. Но ВВД снова въезд, но, опять же, снайпер может постоянно подсейвливать. Кстати, у нас, мы видим, Бладинайн ушел на ботом. Постоял-постоял, ушел на ботом, и из-за этого у него очень большая проблема с левелом. То есть он ничего не получал, никакие отводы не мутил. Здесь, правда, стаки кто-то делал, я так понимаю, дазл. Здесь стаки, здесь нету. Двойные стаки на малых компах. Хорошая штука. Посмотрим, кому они отойдут. Скорее всего, Джаггеру после появления у него БФа. В принципе, может быть, даже и до. Леон сделал стак на большой, и сейчас будет отвод. И вот ему этот стак очень нужно левел получить. Просто нереальное количество экспириенса ему нужно для того, чтобы быть эффективным. Потому что сейчас он все-таки пропустил довольно неплохо. Ну и мало того, неплохо это зафармить, для того, чтобы быстрый блинк-даггер получить. Это на самом деле очень-очень важная вещь. И от его таймингов блинка будет зависеть невероятное количество проблем, которые могут въезжать в Шазаму. И инвокер. Привет инвокеру, здесь будет... Влет, стан, сразу же торнадо в ответ, инвокер уходит в инвиз, а никто не притащил дасты. Что? Are you mad? Cause I'm not. Это просто какая-то жесть тотальная. Я ни черта не понимаю, каким образом они могут решиться на ганг инвокера кваса виксового. То есть у вас точно есть и квас, и векс. Вы это знаете точно, что против вас играет квас фиксовый инвокер. Там, ладно, допустим, это экзортовый был бы, он, теоретически говоря, может не вкачивать себе векс, хотя почти все профессионалы так делают. И вы берете и не приносите дасты на его ганг. Да при том, что сверху все равно был бы дазл, если что. Это же... Что? Боже мой. Парни, ну серьезно? Ну серьезно? Так, СВГ на боте. То есть... Давайте хэштег купи досты, что ли, я не знаю. Может быть, это поможет парням. Кто не купил? Нет, нет, не купил. Аппорты не купили, остальные тоже. Ладно, хорошо. F-темпа. Въезжает на TC. У того есть шестой, кстати, левел, то есть означает, что есть хрона, но морфинг, ясное дело, не дурак, он может врубить просто морф и, в принципе, выживать. Это вообще, кстати, морф является одним из самых главных выживающих персонажей под хрона, потому что его вообще не мешает ни секунды стоять под этим хроном и отхиливать самого себя, точнее, перекачивать свою ловкость в силу. И, конечно, этот последний пик рассчитан именно для того, чтобы законтейть Вайда. Плюс... Здесь, если был бы предыдущий пик, было бы вообще его сложно убивать. Мы помним то, что в том пике было очень мало берста. Здесь имеется берст от инвокера и от Леона. То есть это Finger of Death, плюс Sunstrike, плюс Meteor, плюс Blast. Это симпатичное количество дэмэджа. Вайдецкий, до свидания. Ну вот так вот принимают парни фиолетово. Все очень грамотно здесь было сделано. Опять же, дастов не нужно, да, когда вот такие вещи делаются. Хотя возможно то, что идея была в том, что F-Spirit типа дает сало сразу же, и тогда... Инвокер не может кастовать свой инвиз, но опять же есть дазл, который даст, соответственно, крест. Инвиз, точнее, сайленс первого левела это 2 секунды, насколько я помню, 2,5. И 2,5 секунд крест простоит, то есть ВВД все равно ушел бы в инвиз, если вот так вот рассчитывать на сайленс на один. Но тем временем мы видим то, что Джиггернаут продолжает перефармливать людей. То есть Джуз в предыдущей карте почувствовал себя в силы. Он вытащил не то чтобы все, да, там много от кого зависели вещи, но его фарм был просто на высоте. И даже несмотря на то, что изначально все было не так хорошо. Сейчас у него с самого начала уже все замечательно. Даже несмотря на то, что Шазамы выигрывают 2-0, но по фарму у них все окей. В смысле, не так окей. То есть это всего лишь 500 перефарма, а самое главное то, что Джуз фармит вообще без остановки. 4-427. И к нему никто не выйдет в ближайшее время на ганг, потому что нечем. Ну, то есть они, конечно, могут попробовать то же самое сделать, что с Вайдом, но очень сомнительно, что они что-то противопоставят такое жесткое, что Джаггернаут не сможет уйти в Blade Fury и просто сделать тэп-аут. Потому что, опять же, у Шазама все еще нет ни одного персонажа, который пробивал бы БКБ. Единственное, что можно рассчитывать, то что F-Spirit может въехать и одновременно дать Silence.
Это, в принципе, более чем реализуемая штука. То есть я против квапа регулярно играю на спирите, и та же самая квапа выблинковаться не может, потому что ты, ну, реально внезапно въезжаешь на камни и сразу же ставишь в момент полета на роллинг болдер, и ты можешь поставить сайленс. Причем очень релайбный, то есть это несложно по сравнению со станом, который все это еще время летит, и там можно и продолжать, и время еще есть подумать у персонажа противника. Но враг соло въезжает под вингой. Точнее, под смоком, прошу прощения, под вингой въезжает. Это, что это вообще значит? И вот он ревич. Привет, ревич. Жуса не хватило реакции, кстати, на то, чтобы прожать первый скилл, но в конце концов он все равно его реализует, и Бракс погибнет. Арбуз, до свидания, просто халява, хороший спайк на двоих. TC продолжает перекачиваться, но TC здесь ждет очень большой прием. У него нету маны на морфлинг, что означает, точнее, на вейвформ, прошу прощения. И что означает то, что... Be water, my friend, как говорил Брюс Ли. Кстати, знаете, наверное, то, что фраза морфлинга Be water, my friend взята из одной из там самых таких известных фраз Брюса Ли. Одно из его интервью, где он говорит о том, каким надо быть бойцом, какой стиль исповедовать, можно так назвать, что надо быть таким же гибким, таким же постоянно меняющимся, как вода. Вот. И эта фраза «Be water, my friend» является заглавной фразой к этому интервью, и, в общем-то, оттуда фраза морфинга и пошла. Хотя, наверное, немного здесь народу, кто вообще, в принципе, слушает, что там говорят персонажи, но мне нравится озвучка Доты, невероятное количество хороших метафор и всяких забавных фразочек, которые являются классикой. Так, погнали дальше. Есть АД, есть на него инвиз. Задача проста, да? Убьет ли он Леона? Ну, мне кажется, да. Тут, в общем-то, выбирать не из чего. Леончик-то точно сам себе могилу нашел. Причем, замечу, что оправдание под названием «Я хотел пойти поставить вард» у него нету. Вообще никакого. Просто никакого. Он пошел в чужие леса. Причем в чужие леса настолько плотно. То есть, да, конечно, тут находились его тиммейты. Но мы видели, что Джиггернаут вообще остался здесь. Его остальные тиммейты просто взяли и ушли. И он оказался совершенно вне позиции. Такое бывает. Это мисандерстендинг. Все-таки игрок стенд-ин, Бладина, не имею в виду. Поэтому такое бывает. ВВД. Все еще фармит на миде. Кстати, у кого, но у инвокера реальные проблемы с фармом. То есть он находится на уровне Тайтхантера. И это, конечно, причины, точнее, в смысле, проблема именно формата того, что он классовый иксовый, он, соответственно, не выходит в мидас, хотя такое тоже возможно. Я не считаю, опять же, что надо ограничивать себя в мидасах, если уж вам хочется. Мало того, у него нет фрагов, у него есть два ассиста, это, конечно, довольно печально для инвокера, который должен, мало того, что перефармливать противника по голде, что, ну, точнее, не то, что должен, а хотелось бы, да, но и по левелу ему нужно вытаскивать, а по левелу у него, соответственно, с этим не все так хорошо, как и по фарму. То есть у него левел такой же, как у Тайда. Хотя все еще у него впереди. Тут смог ганк от Вайда плюс Дазл плюс Леон. Опять же, можете себе представить, да, как много они могли бы дамаги устраивать Хрона, если был бы Скайраф Мейдж. Ну и сейчас даже и не надо Хрона никакого, они нашли только Вингу. Кстати, сразу же спалили, что здесь стаки имеются. Это, конечно, очень важная информация, которую они должны законтролить. Все, не надо взять какой-то поставить центриак, апсу, не знаю, что угодно, и работать по этой теме. Если апсу, соответственно, можно, соответственно, гангать, если центриак, то просто не будет стаков. И ревейдж готовый у Тайтхантера, но у него нет блинка. 1500 голды, умирать сейчас вообще нельзя арбузу, то есть вообще никак, даже не думать об этом. И вот он въезд, ревейдж, вся любовь, очень много дамаги, магнитайз сверху от СВГ, и, в общем-то, это до свидания минус 2 и даже минус 3. Попрощайтесь с Бладинайном второй раз подряд. Он... приедет через минут 30, наверное, секунд 30, точнее. Чпок. Пытается оставить TC, замечу я. Но, в принципе, можно и ОД убить. TC хочет, очень хочет этот фраг, все-таки оставляет ОДшки. Тоже более чем грамотное решение. Главное, чтобы не в спирит. Спирит все-таки саппорт, ему не надо. 1278 голды в Шазам. И... очень, конечно, симпатичный влет. Смогли задефать тавер, смогли ответить на довольно неграмотную позицию от GG. Ну и Шазамы молодцы, тут ничего не скажешь. Опять же, нужно допаяться все-таки. О, а вот и Хрон приехала.
То же самое можно сказать по отношению к шазам. Надо тоже бояться, да, у вас раваги нету, отвечать неким, нечем, контринициации минимальное количество. В конце концов, УД даже поднял руку для того, чтобы дать ульту, но такая штука, что анимация есть анимация, да, он не успевает это сделать. Войд успел уйти на таймвок, отрегенить почти все свое хп, и УД в конце концов получил сало сверху и закончился. Или что он там получил, какой-то контроль в любом случае. Он закончился вместе с этими тиммейтами, 1759 голды. То есть размен был 1200, по-моему, и на 1700. Разница очевидна? Очевидна. Шазамы как-то здесь немножко решили, что они слишком хороши. Опять же, свапа не было на подсейв, это тоже печальная ситуация. Морфинга тоже рядом не было, чтобы помочь, если что, как-то умерить пылы GG. Или Gossip Girls. Ну и, честно говоря, я уже об этом, наверное, говорил, что все-таки постоянство игры Шазам, то есть если вы имеете таких замечательных игроков по микро, как МСС вместе с Браксом, это довольно известные лица в Америке, и даже за ее пределами, за Браксом мы могли наблюдать в очень уже большом количестве команд, и довольно неплохом наборе команд. Все равно с таким набором микро у них не все всегда получается, и эти ошибки, они скорее, наверное, такого глобального тактического масштаба, нежели каких-то микро-моментов. Вот. Что касается СВГ и ОВА, ну, в принципе, это, наверное, уже дефолтная традиция брать себе саппортов, которые послабее. То есть я имею в виду, если команда имеет игроков, которые по микроэлементам не так сильны, то их ставят просто на саппортивную роль, даже если они, допустим, мидеры какие-нибудь. Вот. Но это так обычно как-то заведено. Что касается Америки, кстати, я помню, целая статья была от Bloody9, по-моему, или от кого-то еще из игроков американского дивизиона, который говорил о том, что... Так, сейчас у нас могут проблемы войда. Ну, как могут быть? Опять же, да, таймвок — наше все. У Безликого. Так вот, что касается, соответственно, этим момента с саппортами в американском дивизионе, он таков, что, как говорил один из игроков, рассказ в иллюзии реплики, это, конечно, жесткая штука, но ВВД знать не может, потому что дэмэдж-то проходит нормальный. Еще ему не слэш. О-о-о-о, какая грязь. Это печально, это печально. Так вот. Причем еще и спирит-то фуловый может влететь, и у него есть рассказ вместе с TC, но в конце концов ему дали уйти. То есть подвижным стоял Джиггернаут, у него не было ничего, и об этом все прекрасно знали, но что-то как-то задумался СВГ, мог бы уже, в принципе, влетать. Но боится ошибиться, тоже понятно прекрасно почему, шансов на ошибки здесь нету, потому что, ну, нельзя ни в коем случае себе позволять такие вещи. Первую карту они уже проиграли, дальше не хочется. Так вот, что он говорил? Он говорил о том, что менталитет американцев, он не заряжен по то, чтобы играть на команду, он не заряжен на то, чтобы играть с саппортами. Что, в принципе, конечно, тоже можно сказать, типа, в лоле дофигища там саппортов и все остальное. Но факт остается фактом, то, что их индивидуалистическая, так сказать, составляющая менталитета, да, которая является эгоцентричным частью, она... так сказать, больше направлено на создание мидеров и там керриков и так далее. То есть, ну, я думаю, что вы все были в русскоязычных пабах, и все знаете, что такое нежелание играть на саппортах. В случае с русскоязычным комьюнити у нас, в принципе, довольно неплохое количество хороших саппортов, довольно добротных, и которые, в общем-то, именно по складу даже своего характера саппортивные. Я, конечно, не говорю сейчас про соло, который, в принципе, просто считает то, что на любом герое, на любой роли надо просто играть, что, конечно, является невероятно классным идеологической посылкой, но в случае с американцами мы можем заметить то, что реально каких-то легендарных американских саппортов их просто нет. Даже если они есть, то это типа 1-2 личика. DC ставит хрона, Морфинг в этот момент успел поставить свой морф, и поэтому видите, да, насколько проблематично его оказывается убивать. Ну, то есть вообще никак его невозможно убить. Брэвэш будет... Не, его просто свапнут. Одна ульта, другая ульта. Но Брэвэш было бы жалко, да, конечно же. Свап не так. Он хотя бы 40 секунд отказывается, 50 точнее. 45, прошу прощения. Ну и, в общем-то, позагуляли с одной стороны, с другой стороны ставили Vision. Хотя, по-моему, этот Vision был поставлен еще до того, как они там сгруппировались. Попытались убить Морфлинга, но теперь они научены простейшим опытом под названием «Морфафик убьешь». И это совершенно логично. У него действительно очень серьезные проблемы. Тем, чтобы не умирать.
если это можно назвать проблемами. С другой стороны, Марпа сейчас нет на заходе на хайграунд с Дженарашаном, и есть шансы войти, не считая Хрона, конечно. Хрона очень нужно при прошпитах. Но есть рассказ инвокера, с одной стороны. Санстрайк можно пустить, кстати, дать инфу хотя бы. Они и так, в принципе, догадываются, судя по торнадо. Джуси на топе. Ему даман-то, кстати, довольно мало осталось. Тут можно собрать себе ультимейт орб уже. И останется на рецепт. Там что-то порядка 700, что ли. 800. Так что, по сути, у него практически уже есть мант-стайл. Довольно неплохое приобретение. Если он все-таки до него дойдет, а не до Сенжиньяши, в принципе, тоже вариант. Дефолтный для джиггернаутов. Здесь просто надо решить, что тебе симпатичней. Пять профессиональных игроков тоже совершают ошибки, комментаторы указывают на это, да? Я же не постоянно сижу и такой, ой, типа, пацаны, полный отстой. Мне нравится, на самом деле, и то, и другое. То есть, мне нравятся хорошие мувы, мне нравятся плохие мувы, и я всех описываю. Мне кажется, я... если кто-то делает реально хорошие, типа, вот, например, сейчас, да? С одной стороны, это ошибка Ливана, конечно, но он реально старается вытащить этот несчастный блинк-даггер, которого ему осталось совсем немножко. Но жизнь сложная штука, и дефкост вещь существенная, поэтому его, в конце концов, убили. Заработав на нем, кстати, пятихат, то есть 500 голды за сопротивного Ливана. Это серьезная, серьезная тема. Хотя, опять же, у него всего лишь третье место снизу, поэтому я не знаю, что делает Дота. Но Дота делает страшные вещи. Дазл, привет. Так вот, я уже говорил, что от его блинка очень много зависит, поэтому он правильно делает то, что пытается вытащить, где возможно, потому что его команда очень гридовая. У нас есть фармящий Джиггернаут, все еще, кстати, перефармливающий Марфа. Есть Войд, который тоже вынужден себе вытаскивать айтем, он просто должен это делать. У него блинк-даггера Владимирку уже есть. ВВД, соответственно, с этим, кстати, все-таки собрал Мидас, понял, что реально ему просто не дадут такого количества пространства, чтобы вытащить себе и айтем, и голду, которая ему нужна для того, чтобы быть эффективным. И сверху у него имеется point booster и 1300 голды, что означает, что у него осталось около 2000 для того, чтобы вытащить себе Аганем. Правда, у него не будет ни одного артефакта, кроме этого. То есть какой-то блинка или форстафа, или еще каких-нибудь юлов, драмов, которые могут быть таким промежуточным айтемом между Мидасом и Аганимом. Сразу идет стрейт Аганем. Это довольно неплохое решение от него. Посмотрим, к чему оно его приведет. Начинающий комментатор. Лол. Не, я сижу просто на супер спокойном варианте. Сейчас, опять же, полпятого, как вы понимаете. Я не могу выдавать тут хайлайтики тотальные. Эмоционировать по поводу каждого момента. Ну и обсуждать мне, в общем-то, эти моменты тоже не с кем. Так что... Может быть, у вас есть ощущение, что я немножко не дорабатываю. И, в принципе, вы будете немножко правы. У каждого своя правда. Войдецкий, кстати, с этим блинком может очень-очень много делать различных вещей веселых. Посмотрим, насколько сильно улучшится его инициация с этим куполом. Или он вернулся. Говорил то, что было динамично, то, что у него проседание по ФПСу, какой-то там баг или лаги. Лаги, да. И он вернулся бы, надеюсь, что у него все будет хорошо, потому что здесь, конечно, Леону нужно много чего расконтролировать. У него и Хекс плюс, соответственно, с этим спайки плюс палец. Причем при помощи Монолика, точнее, Монодрейна, он может чекать иллюзии ТСа. То есть, если это будет опять какой-то байт на того же самого Эболу, на его иллюзию, на его реплику, которая, напоминаю, 100% хэповая, да, то есть не поймешь, покуда не убьешь. Монодрейн вещь шикарная в этом вопросе, то есть вам не жалко монодрейн в тифайте, вы просто-напросто нажимаете и увидите то, что это реплика или не она.
Но у монодрейна определенный рейндж имеется, и ясное дело то, что на этот рейндж, хоть он и неплохой, выходить просто для того, чтобы дать монодрейн, а не контроль, не хочется. Не очень хочется, я бы сказал так. Ну, в общем, вот он, Блинкдайвер, наконец-таки появляется у Bloodyne на 22-23 минута. И вот теперь уже можно сказать то, что, в принципе, у GG есть хороший набор артефактов для того, чтобы инициировать симпатичный бой. И единственное, чего не хватает, это нормального количества денег у инвокера, соответственно, с этим доделанного Ганима. То есть все-таки МСС его перефармливает практически в 3000. И это очень серьезное развитие, это еще очень серьезная разница, потому что мы видим то, что хоть и перефарм у GG имеется, он практически полностью у Джиггернаута. И у Вайда, в принципе, который тоже держится на довольно неплохой отметке по фарму. Но все еще не догоняет ни Мофлинга, ни ОД, и тем более собственного керри. Свап на Джиггернаута тут продолжает крутиться, уходит с блинка, и с ним все будет в порядке. При этом инвокер еще отвечает и МП торнадо. Теперь у инвокера нет раскастовки, поэтому Шазамы, если захотят инициировать сейчас при помощи Рейвиджа от Тайдхантера, то они могут это сделать совершенно не боясь белобрысого красавчика, потому что, ну, надо это делать. Надо инициировать тот момент, когда откаты скиллов, но все-таки они дождались, когда они, в конце концов, закулдаунится, и инвокер сможет снова использовать ИМП Торнадо. Фрэмп тем временем на топе пытается вытащить максимальное количество денег. Опять же, мне очень нравится передвижение GG, что в предыдущей карте, что в этой, они пикают грид, они пикают очень-очень жадных персонажей и реализуют их в вопросе постоянных передвижений и сплитпуша, и вытаскивания денег откуда только возможно. Инвокеру бы сейчас прожать бы мидас перед тем, как погибнуть. Ага, Фрэмпа пришел, очень вовремя, поставил купол на двоих. Очень больно ОДшке, но, однако, прожать его до конца не могут. Бракс вылетает, дает ревич, убивает Вайдецкого. И таким образом фиолетовый всех подставляет. Но при этом он спас инвокера, что очень-очень даже позитивно. Ну, как не только он спас инвокера, инвокера спас еще крест от Дазла и импейлы и все остальное. Но теперь без Вайда его купола будет очень сложно. То есть даже несмотря на то, что Вайда есть пайбэк, у него нету купола, и означает то, что в принципе ему можно не байбекаться. ВДшка, ВДшка точнее, получает мантию. Леон пытается выжить, но МСС его конкретно запилил. Джуси имеет все еще ульт, но не хочет его давать, ясное дело, потому что его расплитит сейчас Шазамы. То есть нужно, чтобы кто-то был лоу хп, желательно пару персонажей, и тогда можно уже будет прыгать при помощи омнислэша и довольно удачно показывать перформанс и раздавать по щам. Но Джуси этого не делает, и это более чем грамотное решение с его стороны. Тем временем заканчивается Аегис, и сейчас у Gossip Girls выходит уже Войд, но у Вайда все еще нет хрона, еще 50 секунд. Шазамы это понимают. Нету одного из важнейших ультов, нету Дазла ульта, но это в принципе не важно. Вив сейчас откатится, и он снова его даст сверху. Джиггернаут. Иллюзия. Сколько они у него выдадут? Минимум. Выдают у него. Все прекрасно понимает Шазамы. Манта легко убивается, ясное дело. Ну вот это, кстати, Манта, не Сенжиньяша. Решение, соответственно, более чем адекватное. С другой стороны, можно сказать то, что здесь много Е-демеджа, поэтому Манта будет умирать постоянно, но Сайленс снимать надо. Если вдруг что, Сайленс снимается за одну секунду, и никакой анимации практически нету, так что, по сути, СВГ больше не страшен в таких объемах. Мало того, конечно же, всякие разные фишечки доджить тоже довольно неплохо. То есть адаптив страйки, вот это все, что имеет анимация, все можно дожить. ВВД совсем вне позиции оказался. Фидит немножко, 52 секунды он проведет в таверне, если сток не выкупится. Причем пайбэк у него есть, так что можно работать будет с ним. За 44 голды у нас у Шазамов за этот фраг. Но опять же, да, мы видим, что Шазам это давит, давит. Но без ревейджа не хочется заходить. Ревейдж будет только через 27 секунд. Это печальная ситуация. Есть еще мека, есть опять же тапок. И в принципе скоро будут грифсы. Хочется, конечно, зафармить Аганим на Тайдхантере, но это не тот случай. Во всяком случае, не в ближайшее время появится замечательный артефакт у Тайдхантера. Ну и как-то встали на хайграунд, стоят нормально, бьют ТВ-рочек. Вокера все еще нету, 19 секунд. И это, конечно, проблема. Зато Джиггернаут на топе тем временем сплитпушит. Джуси понимает, что он должен делать. Вообще неплохо прожать манту, наверное, потому что, ну, это... Вот соба для пуша. Так, хрона промахивается Вайдецкий, причем выкупился инвокер, то есть это был типа такой супер кэч. И в принципе это было сделано для того, чтобы сейчас торнадо сбивать ТП-шки, которые полетят на Джуси. Но торнадо было заюзано в никуда. В конце концов вылетает Хекс. Хороший эвейт Ревиджа от Рэмбо. И таким образом у Джуса появилось время для того, чтобы заснять один тауэр, но в конце концов, помню слэш на МСС, очень наивный, будет кирпич.
Но кирпич хоть и достигает цели, Джаггернаут все равно крутился в этот момент, поэтому ясное дело не застанил его. Да, да, ну, как сказать вам, все равно в пользу Шазам все это разрешилось, милишный барак снесен, тавр снесен, на размен только на один тавр и на байбек инвокера еще. То есть инвокер здесь, конечно, вот этот мув, то есть у него осталось там секунд, наверное, 10, если не 7, до момента, и он должен был просто, типа, делать внезапный выкуп под купол Вайда, и таким образом они, соответственно, делали минус там какой-нибудь, теоретически возможный, может быть, даже целых два. Сверху они контролят пацанов из Шазам, которые пытаются сделать ТП к Джиггернауту, и Джиггернаут совершенно спокойно выпиливает товара, если у них, в конце концов, получается делать что-то типа Dreamscoil на миллион из эпопеи на Т3. При помощи нескольких своих скиллов, то есть у них есть кекс, у них есть импейл, у них есть купол Вайда, плюс контроль инвокера. Ведь торнадо и того же самого Господи, как называется? Колдснэпа. Но жизнь сложная штука, вы это все прекрасно знаете, поэтому все эти задумки, хоть они и были реально классными, они не удались. И шазамовцы смогли задефать свою топ в сторону, при этом занести мили-барак на миде, поэтому сейчас они очень плотно наступают на ботом, но приходится Марфу сюда прилететь на топ. У него, кстати, Этериал Блэйд уже имеется. Если он сейчас просто-напросто раскастовать может Джаггернаут, он должен вовремя все прекрасно понимать, делает тэп-аут при помощи Блэйдфири. ВП с его стороны. Кстати, теперь можно адекватно инициировать на ботом, потому что все важные ульты, не считая Омни-Слэш, который откатится через 5 секунд, то есть он тоже есть, по сути. Есть у GG, и если Шазамы сейчас не отойдут, то это будет очень серьезная проблема, потому что Морфата... А, Морф есть, прошу прощения, вернулся при помощи реплики. Грамотное решение от TC. Тут ничего не скажешь. И заход со спины. Заход со спины. Bloody Knight инициирует при помощи Хекса Импейла на МСС. И сверху хороший Хрона. Свапает сразу же Винга. Кирпич прокатывается по Винге вместе с TC. Омни Слэш не добивает МСС. Не хватает дэмэджа. Но в конце концов можно допилить ОД. И допилит его Джуз. Или нет. Или нет. Или нет. Допилил. Нажал диффуза. Допилил. Прожимает первый. И бежит. Просто-напросто с блинка уйдет. В конце концов, мы видим, что Санстрайк попадает по Брэксу вместе с TC. Брэкс пытается уйти, уходит с блинка, но его догоняет Фрэмпа. И в конце концов, арбуз погибнет. Арбуз погибнет. Вопрос только в том, погибнет ли еще и TC, который при помощи перекачки пытается, в конце концов, выжить, но не все вечно, даже вода. Даже вода не вечна. И мы видим то, что это тимвайп. Шазамы отдаются всей командой. До этого еще убили Вингу, как мы помним, и это... Или он сделал топ-аут. Не суть важно, важно другое. Важно то, что зафармили 2500, убив всех важных героев у Шазам. Даже если Винга осталась живых, это не имеет никакого особого значения. Джуси понимает то, что терять время нельзя. Рошан заспамился, точнее, появился снова. И шазамовцы с этим таймингом выхода на хайграунд, они явно поторопились. То есть они, в принципе, могли подождать Рошана, забрать его, и уже с Эгисом быть уверенным в себе и нести лица людям. Но, опять же, Gossip Girls, вот этот выход с смоков сюда, явно не ожидали Шазам, хотя это дефолтный совершенно вариант, то есть такие вещи делаются, и не первый раз явно Шазамы такие штуки видят. И, конечно, инициация от Bloody Nine на ОД, хоть она в конце концов закончилась тем, что Джаггернауту пришлось 1000 лет там бегать за ОД, потому что свап от Винги спас ее из-под хрона. Все равно, даже эти все спасения Винги и все эти попытки шазамовцев адекватно ответить на инициацию Gossip Girls ничем не закончились. Точнее, закончились на их поражении. Прошу прощения за паузу, читал, что там у нас интересного в чате. К сожалению, пока не очень. Вот. Говорят, что Гаш забывает. Ну, забывает и забывает. Не суть важно. Важно нервейш хороший отдать, а пока что мы видим то, что его не хватает, этого контроля для того, чтобы уничтожить оппонентов. О, мне слэш, Бракс, вы что, серьезно сейчас? Джуси очень наивно сейчас двигается. В своей работе... На миде, я не знаю, то есть на что он рассчитывал, то что ему действительно дадут убить Бракса, are you kidding me? Или это акт устрашения за счет Омни Слэша, который откатывается, извините меня.
довольно много времени. Давайте скажем так, давайте будем прямы. Давайте будем честны друг с другом. Так делать не стоит. То есть, да, конечно, Джиггернаут понимал то, что если его убивают, у него все равно Егис, и с ним все будет в порядке, и в него слишком много надо потратить вещей для того, чтобы его убить. Мало того, у него имеется блинк-даггер, который он, в принципе, замечательнейшим образом и заюзал. Но вот сейчас они под смоками идут, у них нет омни-слэша. Омни-слэш — это один из главных output damage'ей. Значит, damage output'ов, прошу прощения. Которые они могут здесь предоставить оппонентам. Джуси просто под алакрити идет и хочет, конечно, оппонентов своих найти, но мы видим то, что в конце концов их не удается адекватно инициировать здесь. Не очень понятно, почему не Войд идет первым, а почему именно Джиггернаут. А хотя, ну да, в принципе, контринициация Хрона много лучше, чем Джиггернаут, который идет где-нибудь в середине, у которого есть Айгис, да, опять же, им можно жертвовать, это нормально. Ну давайте откроем графики с вами. Пока что никакого серьезного перефарма, только по экспириенсу у Girls имеется определенный набор, да, такой хороший перефарм, а вот по голде, в принципе, все нормально у шазамовцев. Так что терять надежды не стоит. У TC имеется в руках один из самых боевых и классных лейт-гейм керриков, которые могут делать нереальное количество вариантов билдов. И сейчас вполне возможно, что мы увидим какую-нибудь бабочку, потому что Evasion нужен. Evasion нужен просто как воздух. И мало того, бабочка хорошо заходит под Ethereal Blade билд. Потому как дэмэдж, конечно же, TC будет носить очень-очень шикарный. Но все еще вариации есть. Сможет зафармить как Эскади, так и бабочку, так и, в общем-то, еще пару-тройку артефактов. Но я думаю, что основное, то, о чем он должен думать, это именно эти вариации. Ну и БКБ, конечно, тоже можно выформить, но мне кажется, что он и так, в принципе, переживает все эти дизейблы, которые на него сыпятся. Вот только потом его команда не переживает, ему приходится соло уже погибать. Но тут можно думать и думать, предполагать и предполагать. Все еще профессионал должен выбрать, что же ему лучше всего заиметь. Брак тем временем собирает Шиву. После блинк-даггера более чем логичное решение. И у Спирит имеется глиммерский. Плюс, возможно, в будущем будет Аганим, при помощи которого он будет вытаскивать людей из-под хрона. То есть это... Воу, TC, привет. Привет, TC. Смотрим, как он долго живет все еще. То есть время идет, вроде как, а TC все еще не умирает. Под ганках, под ганки. Все еще есть хрона, кстати, у Войда. И Ревач. Сейчас, судя по всему, будет использован. Нет, будет просто уничтожение несчастного Войденского, который отправится в преисподнюю на 62 секунды. Так вот, что касается Спирита, нынешний Аганим, он ужасно понервлен. То есть, по сравнению с тем, что было до этого, до предпоследнего мини-патча, который выпустил наш великий Ice Frog, Спирит давал нереальнейший дебаф, превращая противника в камень за 3 километра буквально. То есть там примерно такая же ранжа была, как у его стана, там, ну не у стана, а допустим у постановки ремнанта оригинального. Да, вот такая примерно ранжа была. Может быть немножечко меньше, но с линзой, которую на тот момент почти все спириты собирали, если они собирали последствия гоним, оно очень симпатично выглядело. Потому что вы могли просто при заходе на хайграунд, стоя, допустим, здесь где-нибудь, давать на ренжу заходных ЭГ на любого керрика, допустим, или на другого персонажа, который не прожал БКБ, свой превращение в камень. Он называется, по-моему, Ancient Remnant, точно так же, как и... Ну, Stone Remnant и Ancient Remnant, да. Ну, в общем-то, Ancient Remnant было 100% убийством любого керрика или хотя бы выпинывание у него с драки, то есть вы просто-напросто могли его притянуть к себе гриппом, потом дальше пнуть в сторону хайграунда, в сторону фонтана, если вы были точным, и там уже, соответственно, были серьезные проблемы у этого персонажа. Мы видели, как Джерекс несколько раз откидывал персонажей противников просто-напросто на фонтан. Мы помним историю с гирокоптером, по-моему, Рамзесом 666, который на тот момент играл в Team Spirit. И там, конечно, это было замечательно совершенно выглядело. Но с тех пор много воды утекло для по киберспортивным меркам. И Спирита еще немножко понерфили. И дали ему, соответственно, минимальную рейнджу. Но все еще грипп на своих тиммейтов использовать можно только с аганимом. Это означает то, что этот аганим даст ему возможность вытаскивать людей из-под тимфайта, из-под контринициации GG. И это будет очень-очень круто выглядеть на самом деле. Поэтому я полностью согласен, наверное, с этим решением. Но, на мой взгляд, намного более надежным выбором был бы Хекс. Потому что при помощи Хекса можно делать тоже очень много веселых вещей. И никогда лишнего контроля не бывает. Джуся! Его просто раскастовали за одну секунду. Байбека у него нет, кстати. Хрон тоже был потрачен. Хрон, причем, потрачен тотально бесполезно. В очень красивой позиции находится его спирит.
Но эта инициация сейчас для Шазам победа с точки зрения ботом бараков, как минимум, потому что Джаггернаута, напоминаю, нет байбека. Почему? Потому что он топовый нетворс, а очень хочется тревела иметь БКБ, поэтому вот такая штука. Ну, я не знаю, я не знаю. Это, конечно, ошибка от Джаггернаута, что он вообще решает, что надо драться, когда у тебя нет байбека. Ну, такое случается, несовладание принятия решений, слишком уж недооценка противника, видимо, случилось. И БКБ, опять же, был у Джиггернаута, но он влетел и не прожал его. То есть можно прожать до него, например. До блинка, имею в виду, собственно уже. До свидания, инвокер. Всех всем удали. И в конце концов уничтожили. Войд. Неплохо возвращать всех и пули при помощи таймвока после раскаста шотгана Морфлинга. И как-то все равно, ну, ударим сейчас Сало, он сам поставился, дает скрестов. Дазла, дальше раскастовка от ВВД, минус СВГ, но это всего лишь саппорт, нужно убивать ОД, а ОД просто-напросто прожимает ульту. И так у него было 20 настиленных инты, а инвокер, точнее, Войд не отличается количеством интеллекта, он, ну, туповатый, безликий мужик. То, соответственно, этим отсутствие интеллекта сейчас дало возможность дать ОДшке очень-очень симпатичное количество дэмэджа, которое, в конце концов, отправило Войда прямиком в таверну. Это минус две стороны. Это минус две стороны на чистые ошибки от Джуси. Бывает. Случается. Джаггернаут показал несовладание. И такие ошибки стоят ему сейчас второй стороны. Судя по всему, мы будем с вами ожидать третьей игры. То есть мы будем сидеть с вами до 6 утра. Так, привет, Bloody9. Фиксуля, сверху крест, неплохо. Живет ли он? Ну и, в общем-то, не выживет, судя по всему, потому что он получит дэмэдж от импризмента. В конце концов, помню, слэш прямиком в АД, а ОД свапает. Я не знаю, что за наивные штуки от Джуси. Но мне они не нравятся, вам сейчас скажу. Хочется просто, чтобы, ну, чувак перефармленный, да, у вас Джаггернаут фуловый. Он просто берет и ультует персонажа противника, когда рядом есть крипы и есть винга. Хочется ли вам этого? Нет. Ревейдж, Бракс, привет, дорогие друзья. Арбуз вернулся. Камбэк от арбуза. И TC просто-напросто сейчас уничтожит ВВД. Хорошо и вкусно. Приезжает снайпер еще. Нет. У Станчик только-только откатился, я так понимаю, поэтому не убили. Но в конце концов у нас умирает еще инвокер. 1500 голды за инвокера плюс Джиггернаута. И это не считая еще фрага на Леоне. В самом начале этого димфайта. Изи, изи каточные парни. Шазамы показывают то, что на ошибках может тоже отыгрывать. И, в общем-то, сами они по себе делают не так много, да. Мы видим то, что просто Госип Герлс, вот эти два Омнислэша, один Омнислэш здесь на Бракса, и другой Омнислэш здесь на ОД, и еще один влет без БКБ от Джиггернаута, просто диктуют. То есть, ну, именно он как без БКБ. Джиггернаут был с БКБ, и именно из-за этого у него не было байбека, и поэтому до блинка он не прожал байбек, зачем БКБ, из-за этого он не смог ничего сделать, а после этого у него не было байбека, поэтому он потерял сторону. Интересно, да? Да. Как такое возможно? Не знаю. Хрона от темпа на Бракса. Точнее, Фрэмпа, прошу прощения. Хекс сверху, ну и чё? Ради этого стоило делать байбек сейчас? Ну, в принципе, они сделали байбек только для того, чтобы... Боже, как же долго этот тайт живет. Только для того, чтобы засейвить вот эту вот тир-4 вышку. Но есть здесь Рошан. И Рошан будет падать за секунду буквально. Очень много дэмэджа, да? Дингой, плюс TC. Тоже довольно неплохой объем дэмэджа уносит. Прошу прощения за звук. И Bloody9 просто смотрится на это все с высокого холма и думает, тем, в каком моменте я повернул свою жизнь не так. Потому что все шло не так уж плохо. Все шло не так уж плохо в какой-то момент. Герлсы держали определенный. Ну, даже не, наверное, доминацию или превосходство какое-то, но показывали, что они могут. И опять же, Джаггернаут перефармливал все, что есть, и только сейчас потерял свое первое место в Нетворсе. Но они все еще надеются. Сейчас найдут Вингу, дают на нее Хекс, таким образом сносят иллюзию.
Там кто-то уже в чате покупает плавки. Но я не знаю, насколько для вас это не самая интересная игра. По-моему, вполне себе интенсив появляются определенные файты. Но опять же, да, если бы эти файты были бы здесь просто супер врывательскими и интересными, а так, по сути, выглядит как Gossip Girls. Просто-напросто Джаггернаут начинает почему-то просто в тилте въезжать в людей и с Наоми Слэш в ситуации, в которой он точно их не убьет. Брак занимается тем, что прожимает таунты по КД и катается на спине. Вот, и это все, что происходит, в принципе, на карте. Ну, посмотрим. Войд. Это скрытый Войд из скрытого пула. Сейчас посмотрим, что он будет, чем он будет заниматься. Он просто прожимает тэп-аут. И, в общем, увидели, могли бы нажать ревич, но не захотел Брак с этим заниматься. Опять же, рефрешера нет, поэтому логичное от него решение. Лучше для тимфайта сохранить. Опять же, если бы они смогли бы убить Вайда до, то давайте откроем, кстати, байбеки. Вот они, байбеки. И они есть... Нету ни у одного игрока Girls. То есть, девчонки без байбеков. Сомневаюсь, что это хорошее решение с их стороны, но не нам решать с вами. То есть, опять же, Ogre Club можно было не покупать просто-напросто. Ладно, Хрона на троих. Где раскаст? Вокер, алло, Вокер. Ау. Ладно, они потратили все на вингу. Шикарное решение. Это минус все. Сейчас будет, судя по всему. Да? Да. Да. Вот он мне слэш. Если вы увидели, я не видел. Ну, то есть я не увидел эффекта никакого от мне слэша. Дэмэджа не хватает уже очень-очень серьезно. Перфарм у Шазам. И фокус на вингу ничего не дает, как вы понимаете. Хороший хрон, на самом деле. То есть хрон дал зонирование оппонентов. И, естественно, с этим Шазамовцы какое-то время ничего не делали. Не могли выносить дэмэдж, покуда все остальные игроки GG пытались уничтожить вингу или ОД. Я так и не понял, кого они там пытались убить. Но, в конце концов, убили вингу в очередной раз. Та поставлялась как только могла. Постоянно свапала своих тиммейтов и делала вообще все на максимум. Поэтому Мова вытащил здесь, ну, пару файтов точно. Что касается GG, ну, явно не хватает вот этой сноровки, да, когда что-то идет не так, нужно просто взять и успокоиться. Когда вы не профессиональная команда с большим количеством опыта встреч определенных, такого хорошего уровня, серьезного, у вас начинаются там какие-то, ну, проблемы, да, с принятием решений. Вы где-то нетерпеливы, где-то вы не понимаете, стоит ли вам инициировать вообще, как это... как что поражать, и ясное дело, что начинает подгорать, в общем, такие тилтовые темы, они были заметны от GG. Если я, конечно, не прав, то есть я не сижу у них в TC, поэтому, точнее, в TS, поэтому я могу быть неправ. Но факт остается фактом, что явно у Шазамов больше выдержки, и эта выдержка помогла им во второй карте взять себе более лайтовых персонажей, ну, то, что более лайтовых по сравнению с их предыдущим пиком, которым они надеялись просто своих оппонентов раскатать, но не получилось. Сейчас они очень уверенно показали, что они могут делать адекватные вещи, играть от ошибок противника, которых, я надеюсь, мы увидим намного меньше в следующей карте, для того, чтобы хотя бы посмотреть какое-то серьезное сражение. Ну а пока никуда не убегайте, у нас сейчас счет будет 1-1.